Приветствую вас на канале Asmod Replay. Мы начинаем играть Half-Life 2. В простонародье Халва 2. Так что готовьтесь к новым приключениям данного персонажа. Ну, в первой части, как вы помните, и все-таки в конце, в финале, он принял. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Вот от этого. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Этот козел все замутил. Ну, в смысле, на кого он там работает? Ученые, компании или пришельцы? Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. И главное, среди пришельцев, среди монстров ходит спокойно. Ну, а сам он виноват, так прибудьте. Я не заметил, как ты сел? Пошел нахрен. Не заметил. Это мой третий перевод за год. Поздравляю. Кусок мяса. Возможно, мы встретимся позже. Точно? Смотри у меня, я обмани. Денег не принесешь. Итак, давайте на выход. Пошли. Тебя надо провожать? Конец линии. Оу. Добро пожаловать! Добро пожаловать, блин, в Сити-17. Меня слепанули, твою ж мать-то, его выбрали, казино. Или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Так, давайте, из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство так. Здесь. Это кто? В цитадели. О, пришельцы. Столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 вот работают, своим, знаешь, домом. Что ты мне сделаешь? Итак, козлина, собираетесь ли вы остаться здесь? Вас, или же вас не ждут неизвестные не дали? А добро тебе пожаловать в Сити-17. Кого тебе надо? Здесь безопасно. Они сказали, что он приедет на следующий день. Не знаю, когда это было. Хорошо, что они разрешили мне его подождать. Ага, жди, дурочка. Этого достаточно. А, тебе достаточно? Ну ладно, держи коробку тогда. Ой-ой-ой-ой, какие-то все здесь беспечные. Я надеялся, что в Сити-14 видел в последний раз. Я бы не стал так... Вот так вот я хожу и залупаюсь на всех подряд, да, я такой. Добро пожаловать в Сити-17. Я собираюсь. Сами вы его выбрали, или что его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Пока идется, идем. Такого высокого мнения о Сити-17, мэ, что решил разместить что, ковид не пускают? Здесь. Вот и стойте там. Цитадели. Столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Что тебе я надо? Я горжусь тем, куда? Что сюда называю Сити-17 своим домом. Оу. Итак, ой, собираетесь ли вы остаться здесь? Или что случилось? Тут неизвестные дали. Добро пожаловать в Сити-17. Окей, да? Все, здесь пошел. Безопасно. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Нападай на него сзади. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Че ты? Можно нарушить для порядка третьего уровня. Да ё-моё. Ну, это я. Открывайся, сова. Медведь пришел. Ой, я и сюда не хочу. Можно я дальше пройду? Вот сюда. Сваливаем, ребята. Сваливаем. Я так просто не дамся. Наедине. О, камера закрылась. Я должен тебе пиво. Хорошо. Джордан, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Умница. Я же никогда не выполню норму избиений. О, да, у Барни, тебя норма. В чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман. Да, я самый. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Новопроспект. Ну, парни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить.
Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Ты и так сильно рискуешь. Гордон? Утро, 8 часов. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Клянера самому. О, черт. Давай. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Хорошо. Я позже найду. Давай. Поставим ящик, чтобы выбраться через окно и идти на площадь. Точно найдешь? Смотри, не обмани. Давай. Так. Блинский. Может, где-то здесь? Ну давайте, ладно. Идем. Телефонная трубка. Да. Ваш вопрос касается осмотрительных потребностей. А теперь положи ее в мусорку. Все положил. Порядок, можешь идти. Ой, я тебе припомню. Запомни мое лицо. Тебе как сдабуют. Право принимать такие решения за человечество. Я вас всех, тварей, к ногтю прижму. Ой, а мне можно сюда? Не знаю, как ты, я готов вступить в гражданскую оборону ради жратвы. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Я смогу отстоять очередь? Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории... О, можно попробовать, конечно. Бессмертие. Ну-ка, давайте я попробую. Влечет за собой далеко, где оберегали нас те тяжелые годы. Давайте, немножко осталось. Давай, бери и уйди. Вот так, теперь я. И вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещер. Но и стень... 89-91. Си 17. Взрывно связан с необдуманными импульсами. И теперь мы видим его истинную природу. Нет, меня побрили. Знает о своей плохо. Бесполезности. Так, и как загнанный в угол зверь. Идиот, зверь. Что не сдастся, ну ладно. Без кровавого боя. Он давайте. Он может нанести человечеству смертельную рану. Инстинкт создает своих тиранов и приказывает нам восставать против них. Он говорит нам, что неизвестное башня. Это угроза, а не возможность. Вот это башня. Инстинкт. Я что-то проспал, что ли? Незаметно уводит нас с пути изменений и прогресса. А что там творится? Должен быть подарок. Давайте, бейте его. Бейте. Блин, бить не стали, ладно. Ой. Ой, это пришельцы. Я говорю, с пришельцами сотрудничают. Предали, продали все. Вот так и живем. Да, я вас слушаю. Почему ты меня слепишь? Что тебе плохого сделал? Так, я туда не пойду, там кого-то шпадают, бьют. Давай сюда. Ну что тебе надо? Да, ты меня сфотографировал, молодец. Че тут? Можно я сюда вот зайду, в домик? Хорошо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Загрузка. Давай быстрее, пока там тени чухнули. Так, куда мне? Закрыто? По улицам ходить нельзя, понятно. На лифте ездить нельзя. Хорошо. Блин, второй этаж закрыт. Там кого-то тиранят. Ой. Можно я войду? Кого вы ищете? Я думал, ты легавый. Он на нашей стороне. Конечно, я до вашей. Я вообще парень золота. Внимание жителей.
Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Блин, полным пищевым рационом награждаются. Внимание, за еду. Производится проверка идентификации. Ой. Занять назначенные для этих. Конечно. Давай сюда, быстро. Давай быстро. Так и так бегу. По-моему, со всех ног. Насколько персонаж позволяет. Давай, давай, давай. Опа. Эй. Эй, по мне стреляют. Вы в курсе? Ой-ой-ой-ой. Бежим, 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 бежим. Зачем по мне стрелять? Я же хороший парень. Я на вашей стороне. Беги. Давай, шевели своими батонами. Так. Что? Куда? В дверь. Ага. Блин, вот тебе и надавали людей по соплям-то. Прибежал, куда бежал? Что? Я слышу голос. Молодой, женский, спасите, помогите. Полагаю, ты Фриман? Я самый, я. Нам надо спешить. Спешим. Комбайнов может и трудно раскачать, но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Давай, подожди, я возьму что-нибудь. Тут нету, у них нету ничего. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Эй, давай, поехали. Нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мессе. Какая прелесть. Хотя уверена, что ты меня не помнишь. Я не помню тебя. Почему нет, я должен тебя помнить? У нас что-то было? Конечно, я не разговорчив. Зато я разговорчив. Тот еще болтун. Давай. Помнишь его по Черной Мессе? Старого администратора? Ну, конечно. Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Черное место, черное место. Так, что-то я упускаю. Так, давай, 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 давай. Двигай батонами. Ну, забавно, что ты появился. Великий именно день. А когда я должен был появиться? Вчера? Завтра? Какая разница-то? В чем разница? Мы помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Молодец. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай. Открывай мне проход быстро. Давай я куплю тебе воды. Покупай. И да, кстати, рада познакомиться. Хорошо. Так, что у нас здесь? А, чертовка. Куда она делась? Ломай. Где эта штука? Выходи оттуда. Давайте посмотрим, она где-то тут прыгает. В порядке, доктор Клевер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ломар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман. Да, я сам. Хвалите ты... меня. Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны так, доктору. Так, ага, морды одной нет. На то, что я-то, наверное, да? Собой неприятности. Так, разработка чего? Костюма? Должен или сказать, пришельца? Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. Какого телепорта? Но в этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупость. Вы о чем? Превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ну что, ладно? Получилось? Вот ты. Ну, черт, мог бы карту Гордон, мне дать. Ты разворошил улей. Баба, смотрите, исчез, появился. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, парни, это великий день. Торжественно отправлен. Ну-ка, давайте посмотрим, что от него останется в итоге. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно, не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Кошку. Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему так, мне надо... Что? О, боже. Где? Так, я почти забыл. Барни предоставляют участие. Мне надо вернуться на пост. Опа. Ну да ладно.
Ну-ка. Вот он. Давай. А вот и... Черт, убери ее от меня. Где? Ломар. Бей эту тварь. Ты где? Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь. Ой, давай, то что-то мне этого не надо. Извините, совокупляться с моей головой я никому не позволю. Нет, осторожно, Ломар. Эти приборы очень хрупки. Бог мой. Вот кого чтобы ты вырастил? Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Парни. Твою ж мать, чем вы занимаетесь? Давайте выпускайте меня на свободу. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь конечно, действительно лицу, на тебя лицу. Шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Что так? Сказал мудак. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта да. и функциональности. Ну вот. Док, на это нет времени. Что там? Что-то интересное? Что-то интересное есть? Ой. Давай, открывай ворота. Давай, рыло суй. Сетчатки глаз, все правильно. Выходим. Вот он, портал. Или телепорт, как правильно? Вот ты как туда попал? А, на лифте. Видишь? Да, я иду. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Жду. Айзек, ты там? Да, я здесь. Привет. Эйлай, у нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый. И мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. А, так вот. Ты готов воспринять, Мак? У нас все готово. Ну так вперед. Давай. Посмотрим. Очаровательная дочурка. Из массового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать раз, два, три. Все кольца пошли. Для базы ЦИ и орды Фольда ЛГ. На чем основывается телепорт? Эй, да, кстати, лутерии. Насчет кошки. Да, нас... На распаде частиц. А вы знаете, что в составе частицы в том же порядке очень трудно. Доктор Штерн. Вот так. Прекрасно. Я ничего, я тебе помогу. Давай. Сейчас телепортируешься, у тебя рука в жопе окажется. Вот смеху-то будет. Давай. Или кошка внутри. Будешь всегда сытая кошкой. Будешь шерстью плеваться. Блин, вам не угодишь, все до меня. Вот стоит тело. Че ты ничего не делаешь? Я не могу. Почему? Почему ты не можешь? Не может он. И... Исчезла. Хорошо. Давайте, теперь моя очередь. Сам посмотри. Эй, док! О, слава. Вот так. Как гора с плеч. Далековато, нет? Из города, по крайней мере. Это не только моя изи. Заслуга. Изи. Доктор Финн, что за имя у тебя? Очень способная система. Ну давайте тогда переправим Гордон. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT ладно, закончил. Парни, ах ты тебе. Тварь. Спасибочки. Ты еще издеваешься. Пройди в передатчик, и мы отправим тебя. Давай посмотрим. Как раз ты-то хоть справишься с этой задачей? У тебя просто и этого-то нету. Образование. Бестолочь. Прекрасно. Три, два, вот, тьфу на тебя. Один. Тьфу на тебя еще раз сверху. Сейчас посуну тебя, козла. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Молодец, хоть что-то доброе сказал. Бон вояж. Итак, напутствие я получил. Успехов в твоих начинаниях. Спасибо, док. Пакет, да пакет. Пакет, да пакет. Пакет. Блин, да что ее мать-то. И тварь эту выкини отсюда. Эй, она мне тут напор... Она мне тварь-то напортачила тут. Ты, сука. Я тебе говорил. Убирай это. Так, блин. Не двигайся, мы тебя вытащим. Да как не двигайся-то? Еще как двигайся? Да кто вы?
вы? Как вы тут оказались? Ты-то кто? А, ты же хрен этот. Я его вытащу. Не входи, Коля, тебя разорвет на части. Да. Вот ты, мастер дергать рубильник. Кроме своего рубильника больше никакой не дергал. Вот тебе и образование для чего надо. Неужели... Что? Гордон Фримен. Да. Так. Энергия. Кислород. Господи. Он не проскочил. Куда не проскочил? Сзади. Сзади. Выключай, выключай. Гордон, уходи отсюда. Беги. Да бегу, давай быстрее. Выключи. Блин, все самому приходится делать. Пешком валим. Ты... Где? Валим-то валим. Ну, без оружия-то далеко ли я уйду? А мне оно надо. Тебе оно надо? Да, мне оно надо. Где моя незабвенная монтировка? Ой, фонарик. Подождите. Значит, я точно где-то что-то пропустил. Эй, Гордон! Что? Где ты? Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди ну, давай, по каналам, давай. Они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь. А, Си-17, точно, на роботе. Когда хотел в ряды вступить было. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за клейнером. Да, чуть не забыл. Давай. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Все, давай. Бесполезный кусок говна, который рубильник не может дернуть нормально. О, дома-то какие. Почему всегда вот такие мрачные дома рядом со станциями? Где железная дорога, там... Не гражданин, он убегает из объекта. Нифига себе. Вот тебе встреча. Нет. Давай, 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 пройдите, я с тобой. Мне же туда нельзя. Нельзя. А сюда можно? Ну, возможно. Ну, пока идется, иду. Эй. Блинский. Да как тут? Ух, твою ж мать-то. А нет, смотрите, как правильно бегу. Бегу правильно. И по мордам. Давай, по мордам. Все. Конечно. Теперь они меня будут искать. Тебя же они не будут искать, ты же невидная овечка. Быстрее. Куда? Да. Что? Что? Куда? Так, от бочек подальше. Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Так, сюда. Не понял. Туда.
Куда твою мать? Только заново. Вот так. Перебрались. Так, я надеюсь, мне хоть туда надо. Да, надо сюда. Ух ты. Поправил здоровье. Да. Внимание, отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Да. Вот так. Ай-яй-яй-яй, бежим, 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 останавливаться не надо. Есть. Сюда надо. Заметил. Сюда надо. Ниже. Увидел. Давай, 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 ползи, ползи. Ё-моё. Ну, ползи ты давай. Вроде убег. Да почему вроде-то убег? Да. Блять. О, рывок. Господи боже! Ты что сделал? Сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Ты вообще что базаришь? Ты пришелец? Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на... Господи, это еще... Гвардигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Что-то... Ну? Чем ты мне дашь? Пинка, что ли, дашь? О, давай. Вот я в рюкзак положу, я с собой буду искать. Пройти незамеченными. Если Геоп поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой.
Давай. Пора в дорогу. Да. Стой. Загрузка. Да. Внимание. Вот так. Неопознанное лицо. Где? Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Какая прелесть. Нечего летать. Ну, идем. Вау, автомат сейчас получу. Точно. Сюда! Помоги! Надеж, 4 предотвратить. Потерян биосигнал отделения ГО. Логиан 5. Так. Ну-ка, давайте-ка вот так вот сделаем. Взял, да? Вот аптечка тут есть. Так, ладно. Идем туда. Куда нас ведут, туда мы идем. Вот сюда. Сейчас мы у них. Где в тылу? В тылу выглядим. Хорошо. Окружу, задержу. Понятно. Итак, все мы здесь. Да ё-моё. Ё-моё, блин, всё. Давай. Сюда. Вот так, хорошо. Куда тебе? Куда? Сюда. Да бегу. Именно туда я и бегу. Ой. Давай. Где я должен быть? Система жизни.
Тихо. Ни хрена себе, меня покоцали. Сюда. Вот так вот. Сотрудник убит. Оставшимся силам задержать. Да. Получи. Что-нибудь есть для меня? Отрядом поддержки, код 3. Двигаюсь к машине. Так. Молодец. Вот так. Ну, вроде неплохо. Да, ё-моё. Закончить переговоры. Так, вы меня загасите, падла. Тихо. Да. Ну, беги. Вот так. Добежали. Вы меня там не поймали. Труля-ля, съели рагу. Труля-ля, гу-гу-гу-гу. Так. Давай. Блин. И еще один кирпич. Я не понял, я же прыгаю. Чего он не прыгает? Так. Получится что-то? Нет. Где у меня? Автомат мой где? Автомат нахрен. Ну-ка, это что за... Нет, так не пойдет. Ни хрена, он меня почти уничтожил. Так, пока он сзади, надо идти. Чё твою шмать-то?
так не пойдет, так нельзя. Так нельзя, я замечательный человек. Пошли. Блин, бочка вонючая. О, это куда-то вниз. Так. Что у нас здесь? О, смотрите, не зря сюда пришел. Обугленный, правда, кто-то. Ну ладно, он нас не страшит. Да. Можно вот так, конечно, еще. Мало. Давайте еще одну. Пойдем. У тебя будет хорошая участь. Если я вот здесь пойду, ой, тут тоже, тут схрон, значит, все-таки туда, туда и туда, понятно. Ладно. Пойдемте. Да, мне жалко. Стой. Тихо. Сюда. Ну, вроде неплохо. Прошли. Давайте. Кто на меня? Я на тебя. А кто ты? Загрузка, да? Сейчас я вас всех. Опа, музыка исчезла. Которая нас связала. Неплохо. Без лишнего шума прошли. Да. Давай сюда, быстрее. Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку. Ну так давай. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Взяти давай. Если что ты не тот, кого они ищут, то у этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения Белокси. Они заполняют каналы Манхэттена. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Давай. Стой.
Ну? На этот раз пронесло. Спасибо за помощь. Да, пожалуйста. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Блин, кое-какие припасы. Да я их уже сам взял. Но все равно, тем не менее, пополнил патроны. То спасибо. Удачи тебе. Давай, давай. И тебе не хворать. Это же не первый. Господи, так порешат меня эти штуки. Все, надеюсь. Вот так. Неплохо. Ничем не хуже. Блин. В этих узких коридорах. Так, а здесь что у нас? Ну, взяли патроны. Куда-то я ползу. Алло, алло. Ну как тут оказались? Вот, это секретка. Давай, давай, я все возьму. Вот так. Давай. Выходим. Выходим. Сектор 9. Вот что он в секторе 9 делает? Ага. Вот теперь-то мы попали. Давай. Давай, 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 плыви, плыви, плыви. Воздух. Давай, 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 давай. И воздух. Вот так. Ну что за мать-то?
Слипит там. Да, нифига не так. Вот так вот. Нет, какая-то чушь получается. Гражданин, вы обвиняетесь во множественных нарушениях. Ну как тут? Так, я же правильно пришел распоряжаться и стрелять. Гражданин, вы нарушитель. Что ты где-то должен взорвать? Множественных нарушений. Гражданство отозвано. Статус сложный нарушитель. Так. Так, отсюда я вылез. Здесь у вас ничего нет. А, нет, патроны, смотрите. А, подождите, а мы прошли. Прошли. Ладно. Куда плыть-то? Нападайте. Ну, а я сматываюсь.
Ну давай. Вот так. Так, куда мне? Ой. Ой, только не стрелять. Я так думаю. Как не стрелять-то? Ой, стрелять. Ой, еще как стрелять. Все. Можно сказать, что отстрелялся. Фу. Вот так вот. Так. Мы откуда-то вылезли. Да-да, туда, как я понимаю. Да? Сюда мы не можем попасть? Или можем? Или надо было раньше об этом думать? Блин, хрен запрыгнешь. Ага. Хрен попадешь. Ага. А если здесь? Вот так. Что у нас здесь? Два пути, да? Вверху, понизу. Давай. Где у нас что еще осталось? Блин, блинский. Нету тут ничего. Пополнение жизни только. Я-то думал. Все. Вниз, ребятки. Вниз. А мне надо туда попасть. А как туда попасть? Да-да. Бочек накидать. Это я так понимаю. Ну, это мое мнение. Так. Что-то я упустил. Во. Вот что я упустил. Ну нифига. Вот так. Вот так. Идем, идем. Опаньки. Опаньки. Блин. Давай, падла. Чё ты не можешь запрыгнуть-то? Так. Ну-ка, а если... Это какая-то замануха. Либо я что-то неправильно понимаю. Так. Надо где-то дернуть рычаг, чтобы вода поднялась. Где этот рычаг находится? Вентиль.
Так. О, вот она. Давай. Вот так, вода поднимается. Давай, 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 давай. Вот теперь. Я даже не знаю, нужны ли там бочки. А бочки сейчас там не нужны. Вот так, вы под водой-то по ней не ползаете. Летучие твари. О, здесь все. Туточки, я туточки. Так, а что от уточки-то? Мне смысл-то от уточки, если я должен быть. Вот она что. Давай, что-то я застрял. Воздух, воздух. Вот она что. И еще. Давай, 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 плыви, воздух. Только червонец, нет, 100 вернулась. Фу. Там вроде еще было. Давай. Вот так. Нифига. Вот. Идем, идем, идем. Нифига себе. Вот так вот. Здесь дальше по коридору нету смысла идти. Ну все, на сегодня все. Прохождение дальнейшего эпизода смотрите в следующей серии. Пока.